Здравствуйте, дорогие друзья! Мы сегодня находимся в Тернопольской области на поле, где интересным способом выращиваются в открытом грунте разные томаты, в том числе и томат Парпора. Как вы можете видеть, посажено в открытом грунте на вот таких вот столбах по типу как виноградный. Сделана подвязка. Здесь у нас растут гибриды Pink Pioneer, в частности от Парпора. А с той стороны вот это вот Самори. Тут немножко переплетаются разные гибриды, но сам вариант неплохого интересный вариант выращивания. То есть, если у вас нет теплицы, но есть свободная площадь земли, можно вот таким вот образом выращивать высокорослые томаты. Я знаю, что у нас в Каменке уже практикуют такой способ выращивания. Фермер очень доволен. Здесь немножко специфически уборка идет поштучно, то есть кистями никто не режет, но фермер очень остался довольным вот таким вот способом выращивания тепличного томата в открытом грунте. Вот можно видеть веточка. Кисточки, завязываемость отличная. Высажен он на раннюю, то есть тянется все в продленку. Сегодня у нас уже начало октября. Но, как можно видеть, в принципе, результатом довольны. Здесь разные гибриды. Парпора, Pink Pioneer. Розовые томаты растут. Всякие сливки. Круглые, желтые. Продается это все в розницу. Но объем тут такой, я бы сказал, наверное, гектар. Где-то в районе гектара посажено так вот в открытом грунте. Поэтому пробуйте. И у вас обязательно все получится. Всем спасибо. Если будут какие-то вопросы, пишите, задавайте.